Всем привет, вас приветствует игровой канал Science Gamer, с меня Павел, и продолжаем ходить Call of Duty Road to Victory. Ну что ж, у нас третья миссия, погнали! Hey, you okay? That crash nearly rang my bell. Where's the CO? Dunno. Out there, somewhere. We're it. Let's move out. Погнали. Так, что у меня за второе оружие? Ага, понятно. Томпсон и винтовочка. Ой, у нас тут уже гости. Прикладываем его. Самолеты. Кладбище какое-то. Сдохните. Ты тоже там сдохни. Там еще набежали. Куда? Ты тоже умирай. Так, все, го, пошли, ребятки. Так, контрольная точка. Вперед. Так, я не понял, а вы что тут делаете? Так, тут у нас тоже товарищи. Сдохни. Так. Умер. Так, еще... А, блин, он тут не сдох. Так, все, теперь сдох. Вон там он еще один остался. Вот блин, а? А, вот он. Все, готов. Так, чуваки, дайте ж мастера, по-братски. Есть у вас он? О, давай. Да ты что, не сдох, что ли, а? Все? Так, самолет. Благодарим вас за спасение. Вступайте в город, подавите сопротивление. Так. Вперед. Что ты там выглядываешь? Так, куда нам? Сюда? Да блин, а? Че не могу попасть-то, а? Иногда. Пулеметчик, ну-ка, завалился там. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, я лучше отойду. Блин, ладно, вперед. Блин, застрял в этом дереве. Ай, чувак меня подпирает. Так, где тут наверху, по-моему, нет? Тоже сдох. Ну окей, погнали дальше тогда. Или все-таки там кто-то есть? Ага, кто-то есть. Все, теперь нету. Так, перезаряжу. И все, может, в принципе, отправляться. Тут сбоку еще обстреливают кто-то. Со всех сторон, короче. Блин, я даже не понял, как я умер-то. По окнам. Сдохните все, не убивайте меня, пожалуйста. Во, вот теперь я понял, как я сдох. Он упал. А до этого нет. Что он просто там экран сказал мне то, что все, ты сдох, чувак. There,
Нате. Ох, он аж подлетел. Нифига, тут даже анимацию этого нарисовали. Подлета от гранаты. Классно. Я на PSP не замечал. Так, балкон минус. В окнах сидят. 100%. Тут еще вылез наружу. Че, тут кто-нибудь есть на втором этаже? Или нет, или я всех взорвал? Ага, вон. В окнах, чуваки. В дверных проемах. Что-то какие-то офицеры, наверное. Шапки у них какие-то. Офицеров, наверное, воевать отправили. Умирай. Или просто у них одежда такая, то шапка такая какая-то другая. Не как каска. Ох, ё-моё, в стенке дырки сделали. Панцершрек взять? Ага, окей, понял. На изи. Если мне память не отказывает, там, по-моему, сейчас еще будет один броневик. Так что пока что я лучше панцершрек оставлю. Давай, высовывай там свою головенку. Ну вот, блин, а? Ну, кстати, панцершрек еще один лежит. А, выезжает вон. Готово. Не зря все-таки панцершек оставил. Так, пожалуй, его поменяю. Наш мастер. Давай, заходи. Так, контрольная точка, отлично. Так, наши ребята. Так, возьмем патрончики. Так, машин с пулеметом. Пулемет по-любому для меня, да. Так, все, пошла, вода горячая. Вон они, полезли. Ну давайте, дебилы. Сейчас, по-моему, тут и машины будут приезжать. Ага, вон едет уже одна. Все взорвано. Они выпрыгивают из машины взорванной. Вот говнарь, а. Что у меня какая-то запись там моргает, когда я вот отдаляюсь, появляюсь. Наверное, что-то взять. Рядом какое-то оружие, наверное, лежит. Пишет, возьми мне его по-братски. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот опасно. То, что я ранен. Так, ну уже, дебилы, где вы? Еще один, вылезай. Так, сдохла. Сдохла. Террористка сдохла. Ну... Да вы тебе через забор начали лезть. Вы чё, чуваки? Не надо. А мы чё, так втроём, что ли? Вот двое. И я? А, нет, вон там на радаре ещё сзади нас есть, чуваки. О, сразу двоих. Блин, дайте вас убью. Ой, броневики. Смотрите, уничтожаем броневики с пулемета. На изи. Все, взорвалось. Просто с пулемета броневик расстрелял. Все, и он взорвался. Чуваки, давайте-то фрицы. Для полного комплекта еще танк сюда. Потом и самолетом можно бахнуть. А причем на машинах приехали, на броневиках приехали, на танке бы еще. Или нет? Только пока что будете пешек, фашистов маленьких выпускать.
А, все, цель выполнена, смотрите. Ну, неплохо. Так, вставай. Все чисто, отлично. Ну что ж, вот мы, в принципе, прошли миссию эту. Время 9.29, ну почти 10 минут. Точно 10% выстрелов. 1048, убито 78, в голову 34. Дали бронзовую медаль. Доступ к бонусам тут у нас открылся. Оружие, орудие, машины и броня. Так, ну что ж, вот, в принципе, мы прошли третью миссию. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.